Турнир межрегионального масштаба. 4 ноября в Кохме прошел чемпионат по конному спорту на Кубок губернатора Ивановской области. Соревнования проводят ежегодно с 2004 года и длятся они в течение 2 дней. В первой участники показывают свое мастерство в дисциплине выездка, во второй – конкур. Поприветствовать спортсменов и пожелать им удачи на турнир приехал глава региона. Правительство с большим удовлетворением поддерживает подобные инициативы, потому что они на самом деле важны. Важно и то, что это не самое распространенный вид спорта, получил постоянную прописку в городе Кохме, Ивановском регионе. Важно то, что сюда приходят зрители. Важно то, что к нам приезжают из других регионов, пусть это не тысячи, не сотни людей. И, наконец, это не самое затратное дело. Здесь очень важно то, что из года в год эти соревнования происходят. В соревнованиях приняли участие 100 пар спортсменов из Московской, Владимирской, Костромской, Ярославской и Ивановской областей. Уровень мастерства и возрастные критерии разные. Для каждой группы свои зачетные баллы. 120 сантиметров – барьер для профессиональных конкуристов, 100 – для любителей. Для юных жокеев – барьер не выше 80 сантиметров. Преодолеть высоту удалось не всем участникам турнира. Оказалось, удержаться в седле иногда не под силу даже опытным наездникам. Большое влияние на результат оказывает не только мастерство жокея, но и так называемое качество лошади. В первую очередь это крови, в первую очередь это ее, во вторую очередь это экстерьер, это все подбирается для определенной дисциплины. Те лошади, которые скачут конкура, они, конечно, в основном показывают свои результаты в соревнованиях вида конкур. Лошади для выездки, они обладают немножко иными параметрами. Поэтому для каждой дисциплины своя лошадь и плюс труд. Огромный труд в течение многих лет. Аркадий Балаян сидит в седле около 8 лет. На его счету много наград. В этот раз к общему списку добавилась еще одна победа в конкурсе с высотой препятствия 120 сантиметров. По словам молодого человека, лошадей он любит с детства. Именно поэтому и пошел в конный спорт. Со своим напарником, Гнедым Меридом Честером, занимаются с начала лета. Самое главное, рассказывает конкурист, умение найти с животным общий язык. Договариваться с лошадью. Ну, не языком человеческим, а просто своими поступками. И лошадь тебя поймет. Если она тебя поймет, то будет хорошо. Всех победителей и призеров наградили грамотами и медалями. Лошади тоже без поощрения не остались. Для них подготовили вот такие наградные розетки. Полина Панасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.